В Стокгольме скончался 60-летний мужчина, пострадавший от взрыва рядом со станцией метро в Орбигорд. Он поднял лежащий на земле пакет, который сдетонировал у него в руках. Пострадала также его 45-летняя спутница. По данным газеты «Aftonbladet», в пакете взорвалась ручная граната. Но в полиции пока не подтверждают эту информацию. Место происшествия оцеплено, в районе работают взрывотехники. Стражи порядка пока не квалифицируют инцидент как теракт. По их словам, пострадавшие случайные жертвы.